общей сложности я рожала 15 раз. Это мой последний ребенок. Он единственный родился один, не двойняшка. Дети вступают в браки в подростковом возрасте, рожают детей, а родители только поощряют это. И они не видят в этом ничего плохого. С тех пор я разочарована в этом мире. Я никогда не была любимой. С тех самых пор и по сей день. Я хочу хорошую жизнь. Хочу, чтобы меня уважали и быть независимой от мужчин. В 2017 году правительство Уганды разработало общенациональную стратегию по противодействию детским бракам и подростковой беременности. Так что 3-4 года назад ситуация была хуже, но теперь дело сдвинулось с мертвой точки. Теперь у молодых девушек есть права. Мне хочется поднять с земли палку и выгнать вас прочь из моего дома, когда вы спрашиваете меня о замужестве моих дочерей.